Вот сегодня 29 ноября 2021 года. Я хочу показать, какая красота зимой у нас здесь. Вот на юге я был, гости хотят приехать. Я говорю, ну приезжайте, летом вот ягоды будут. Нет, нам только зимой. Снега здесь нет, у нас и память о нем исчезла уже в южных странах. А мы каждый день видим. И вот солнышко, дальше, видать, вон луна. Луна, и все небо исчерченное в клеточку, такое красивое, облака такие красивые. А тут стройка идет такая. Четыре, я обошел вокруг, четыре крана, 21 этаж делают. Это Барнаул, это не провинция какая-то. Красивейшее здание, там он дальше пойдешь, так. А мост, чудо какое. И вот смотрите, все небо в клеточке исчерчено. Красиво как. Как будто бы это... Ой, все небо, да, эти линии-то расширяются. Вон оно, видать, все как. Вот я насчитал примерно 10. Это же надо такая красота. И на облака не похоже. Как будто бы кто-то специально нам красоту эту наводит. Вот, притом везде, повсюду, по всему горизонту. Ну, вот я так показываю кверху тоже. А там луна. Луна, если не знаю, видно, нет ее будет. Опа, полукруг, сейчас краюшка хлеба. Красотища-то какая. Рядом оп течет. Ой, и вон там тоже посмотрю, где все небо исчерченное. А тут у нас видеозапись идет, все это. А у меня голуби здесь. У меня две голубятни, а было три. Люблю голубей. И вон там тоже елка растет, не? Такая слабенькая. И вон там все небо в клеточку. Вот вида полосы там. Это же так человеку никогда так не сделать. Это, видимо, природа так зимой особенно все. Красотища просто. А вот у нас какая елка. Ель, это огромная ель. Вот здесь. Рядом береза. Береза. А это вишня. Вот. А это вот кусты калины. Я много набираю. Тут ведра 4 набрал нынче. Вот сейчас буду воробьев кормить. Я один раз насчитал, где-то около 100 воробьев кормил зимой. Всю зиму. И там какие здания-то, посмотрите. Это Барнаул. У меня рука мерзнет. Ну, градусов 17, не холодно. Ну, что с меня спрашивать-то есть. Я особенно на небо хочу еще показать. Какое небо. Бывают кучевые облака. Ну, кучевые, да кучевые. Это ничего тут особенного нет. А вот когда такая вот сделается, это невероятно красиво. Вон оно как все. А там он как будто бы сотни разных. Вот оно видно. Ну, посчитать нельзя. Но не меньше 50 линий этих. Ветерок, видать, раздувает. Красота. А это Володя затопил печку. Это храм, где мы молимся. Вот он ведь идея, да какой. Мы еще новую трубу поставили здесь. Я сейчас поближе покажу. Тут музей и литературы, и искусства, и культуры Алтайского края. А это был краевой суд, который меня судили в 86 году. А в 87-м пришел помилование от Президиума Верховного Совета СССР. Всех политзаключенных выпустили. 210 человек нас было. Володя за водой отправился. Будете выходить? Ну все. Давайте. Закрывай. Сегодня пойду я кверху туда. Вот она, эти здания хотел показать. Не вытерпел, я пошел. Я прорабом когда-то работал. Посмотрел, как делают. Там труба стоит старинная. А вот где здание, это мое, где суд шел, за этим зданием, вот за этим, вот большое здание, а вон там, видать, посередке выступает внизу, это крыша краевого суда бывшая. Но она принадлежала какому-то золотопромышленнику. А это вот территория, которую мне дали за то, что я судился с ними, что у меня изъяли. 11 миллиардов теми деньгами должны были. 11 лет шел суд, и ну, Господь так сделал, что я выиграл его. Вот посмотрите, разворачивается кран как. Ну, видно же, что разворачивается. И рассчитываться было нечем, рассчитались. Тут красивейший район в Барнауле.
13 соток земли, два здания, все. Я не строил ничего, это все. Все это досталось так. Решение было краевого суда, закреплено подписями городской администрации. Ну, судебным исполнителем все было сделано как надо. И вот со мной рассчитались. Вот суд по государственным расценкам должны были мне на 11 миллиардов. Я переводчиком там был, составлял. У меня видеозаписи, считают, самая крупная фонотека была мной создана. В 80-м году только 50 томов насчитано, а потом целые композиции составлял. Помогали народные артисты РСФСР, а даже, может, СССР. Ну, а потом при аресте все сгребли и в обвинение поставили. А потом реабилитировали, кое-что вернули. Вот я тут нахожусь. Вон там видно полосы, это я на улицу уже вышел. Еще выйду поближе показать красоту. Это город Барнаул, Алтайский край. Вот оно что. А теперь вон там здание, это еще больше видать. Вон здание, это краевой суд. Вот он. Вот. Ну а тут дома. Тут через дорогу переходить, новые знаки поставили, их никогда тут не было. А как мерзнет рука у меня. Вон там горизонт, видать, весь исчерчен линиями. Облака какие интересные стали. Никогда раньше я не видал. Вот оно над нами как. Видать, все перечерчено клеточками. А, тут я увижу с той стороны теперь. Там еще больше. Даже это собачки маленькие бегают. Вот. А Володя там, он за водой пошел. Тут была колонка. А так как здесь асфальтировали дорогу, она мешала им, она сбоку была. Убрали. Я шагами замерил, теперь ходить нам в 3 раза дольше. Дальше. Не дольше, а дальше. О, вот в Барнауле, если я не ошибаюсь, 632 тысячи людей и 180, ну, с какими-то гаком, тысяч машин. Входит, ну, в число городов, там чуть ли не в десятку входит. И притом машины больше, там, половины зарубежные такие. У меня-то никогда нет, я ничего не понимаю. Это береза. Береза. Вот как оно идет. Пойду, замерз, рука ничего не держит. Все на этом. Солнце светит, утреннее отражение солнца. Красота. Как говорят, лепота. Сейчас воробьев пойду кормить. Голубей, кошек.